Итак, ребят, посмотрите, вот это школы, российские школы, вот такие вот они. Так они выглядят. Сейчас я чуть-чуть переведу камеру на другую сторону, потому что дует сильный ветер и снежок идет. Сейчас я вам покажу, что здесь есть внутри и снаружи. Давайте зайдем внутрь. Так, сейчас мы заглянем. Откроем дверь. И посмотрим, что нас ждет внутри нашей школы. Открываем дверь. И заходим. Вот такая вот красота ждет нас. Так, спортивный зал, здесь раздевалки, кубки. Вон кубки, смотрите, раздевалки там. Это и есть российские школы. Давайте пройдемся до конца. Там должен быть спортивный зал, а здесь у нас столовая. Столовая закрыта. Вот так все это выглядит в России. Это здесь пьют водичку школьники. Спортивный зал закрыт, но мы все равно. Вот такой спортивный зал, ребят, зашли. Спорт — это мир. Вот это Россия. Вот теперь мы посмотрим вот здесь. Нормы ГТО спортивные, я их тоже сейчас сдаю, кстати. Остается у меня плавание, в среду пойду сдавать, через 2 дня. Сегодня понедельник. Я сдаю 13 декабря. Вот так все выглядит. Вот так все здесь выглядит, дипломчики. Мэр Липецка, губернатор Липецкой области, президент России. Какой-нибудь класс бы заглянуть, но они все закрыты. Показать бы вам. Растения, лесенки. Вот здесь что-то слегка открыто. А, извините. Нет, это не здесь. Это не здесь. Вот вторые этажи. Ну, давайте поднимемся, посмотрим, что здесь у нас. Поручни металлические сделали какие, а? Раньше были другие. Коридорчики. Когда учились, было все по-другому. Вот так выглядит сейчас, да. Коричневый пол, зеленый стены. А что вы здесь снимаете, молодой человек? Школу. А кто вам разрешил? А нельзя? Нет, нельзя. Ладно, все, выключаю. Выключайте, кто вас...